собственно, готовясь к музейке, мы придумали вторую часть спектакля. Ну, тогда это было просто как перформанс в рамках музейной ночи. Для нас, в первую очередь, Чехов это был театральность. И вот, чтобы придать театральность, мы не стали вешать ружье, мы вот поставили 5 стульев. И... А нас 6. Не только за ваши, мы за нами. Гениально придумано и станцовано, что незачем. Может быть. Но я знаю Ольгу Падалку. Хотелось бы услышать ее ответ. Спасибо Сергею Митину за то, что он нас сегодня спас.